Сильные и яркие эмоции больших турниров по компьютерным играм вдохновляют и заряжают людей по всему миру. Команда СНГ Team Spirit год назад сделала невероятное, а именно стала победителем в турнире International 10 по Dota 2, выиграв 18 миллионов долларов, будучи далеко не фаворитом гонки. В минувшие выходные в Улан-Удэ прошел турнир по Counter-Strike. Турнир сегодня пройдет по игре Global Offensive. Это игра по дисциплине тактический трехмерный бой. Сам турнир состоит из двух этапов. Первый этап – это круговая система. На следующий день это будет олимпийская система с третьим местом. При технической поддержке киберклуба The Hive Gaming и регионального отделения Федерации киберспорта России организаторам удалось провести турнир на должном уровне. Я увлекаюсь Counter-Strike, то есть я люблю играть в эту игру и, люблю смотреть турниры глобальные, такие как мажор. И решила устроить сама тоже. Попробовать в Улан-Удэ, в Бурятии что-нибудь такое сделать. В нем приняли участие 12 команд, по 5 человек. Призовой фонд составил 30 тысяч рублей. Сами игроки отмечают, что компьютерные игры благотворно влияют на физическое, эмоциональное, интеллектуальное развитие человека. Та же игра, в которой мы сегодня будем играть, Counter-Strike, это те же шахматы. Капитан также решает, как ему сходить фигурой, куда отправить игрока, чтобы он более был в выгодной ситуации. Те же самые шахматы. То есть противник двинул пешку, ты на этот ход двигаешь своего коня. Эта игра дает удовольствие, и также думать, тактически и тому подобное, и также, конечно, реакция совершенствуется. Я играю ради удовольствия, все. Потому что это отвлекает от повседневной жизни. Команда Aim House заняла первое место. Команды Outsiders и Memo Team заняли второе и третье места соответственно. Благодаря Арюне, Беликто и всем причастным у игроков есть возможность прокачать командные навыки и раскрыть свои таланты. Организаторы турнира маленькими, но настойчивыми шагами развивают киберспорт в Бурятии, чтобы в будущем уже бурятские игроки также могли праздновать победы на международных турнирах. Анастасия Брянская, Наталья Нунай, Нима Родная. Программа «Вместе», телеканал «Мир Байкал».